Всем привет, дорогие подписчики! С вами я, Марина Розмарина. И сегодня мы отправляемся Хайнан авиалиниями в Китай. Давайте же сделаем такой небольшой обзор авиалиний. Значит, здесь по сиденьям что? 2 места, 4 места и 2. У каждого есть вот такой вот экранчик. Тут видно, можно смотреть фильмы, слушать музыку. Смотрим, есть разъем USB подзарядить телефон. Из интересненького дали пледик накрыться, дали подушечку и вот такой какой-то наборчик. Давайте посмотрим, что здесь в наборчике. Наборчик вот здесь запечатан. Открываем. Я думаю, это мой наборчик, его можно будет оставить себе. Играет в салоне приятная музыка. Значит, здесь у нас носочки. Носочки, чтобы переодеть во время полета. Беруши. Интересно, они дали масочку. У меня своя есть, но есть масочка этой стороной, чтобы тебя разбудили, когда разносят еду. Этой стороной, чтобы тебя не будили. Дальше дают, молодцы, дают такую одноразовую зубную щеточку с зубной пастой. И у зубной щетки идет, если вы видите, такая вот насадочка, чтобы почистил, и оно дальше не пачкалось. То есть ее можно в путешествие как раз переиспользовать. Fly Your Dreams. Это видно слоган авиалиний. Хайнан. Молодцы, китайцы. Вот такой большой самолет. Такой большой самолет, это мой первый в жизни. Раньше я на таком Боинге огромном не летала. Полет будет 8 часов. Перелет Москва-Пекин. Посмотрим, как все пройдет.